Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня продолжаем проходить игру День Викинга. И мы с вами остановились на 15 уровне. Давайте посмотрим, что мы сможем купить. Так, у нас бегун есть, которого можно приобрести, но пока мы, наверное, с вами ничего не будем покупать. И пойдем, пожалуй, так. Хотя двойные стрелы, наверное, пригодятся. Ну что ж, поехали. Будем смотреть. 17-я миссия у нас. Вперед! Так. Что-то у нас тут как туман, что ли, я так понимаю, да? Давайте сразу камнями туда забрасывать. Оу, ребят, смотрите-ка. Тут какая-то у нас идет катапульта, что ли? Или что-то типа того. Нет, это не катапульта, это защита, ребят. Ну-ка. Как мне по ним попасть, а? Я не могу пробить. Ребят, ну это не дело, на самом деле. Так, давайте их подбивать. Отлично, пока все хорошо. Ёлки-палки, давайте вот так вот. Нет, мимо. Черт подери, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, они уже атакуют мои ворота. Слушайте, и довольно причем успешно. Я боюсь. Да, ребята, мы проиграли здесь с вами. Ну, если честно, я даже не ожидал, что здесь будет какая-то установка, которая просто не даст моим камням до них добраться. Давайте-ка еще разок. Так, надо в первую очередь подбить эту ихнюю защиту. Так, ага, бежит. Смотрите, смотрите, с бревном каким-то. Но далеко он не убежал. Так, подождите, еще два бегут. Все отлично. Ну, мы пробили ихнюю защиту. Теперь надо уже их самих уничтожать. Отлично. Шикарно. Так, бегут. Все, вроде бы пока нормально. Под контролем у нас. Давайте вдаль. Всех издалека будем бомбить для начала. Что-то их тут слишком много. Я, если честно, ребят, даже не успеваю применить катапульту, хотя очень хотелось бы. Так, давайте вот так попробуем. Ну, давай-давай, свистун, ах ты, убежал. Только не говорите, что это все, а? А то получается, что я зря истратил стрелы. Давайте на всякий случай. О, и опять они идут с этой защитой, а? На-ка, получил по голове. Давайте дальше. Все, мы пробили. Мы молодцы. Ух ты, сколько их тут. Смотрите, ребята, елки-палки. Слушайте, я тут, наверное, ну лучники, ну что же вы так долго? Ай, давайте, давайте, куда вы ползете? Нет, 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 не надо, не надо. Да как у вас так получилось-то, а? Блин, ребят, ну это просто какая-то засада и невезуха. Я даже не знаю, что делать. Ладно, сосредоточились, и давайте еще разок попробуем. Может быть, у нас на этот раз что-нибудь получится. Так, мы это сделаем позже. Три стрелы я взял себе, трипл ару. Так что давайте бомбить. Так, вот они появились. Желательно бы им как-то побыстрее вот разбить эту защиту. Опа, она шикарно получилась сейчас в данный момент. Какая же она все-таки крепкая, а? О, пробили. Отлично, давайте теперь расстреливать. И камнями их. Вот, полегли. Давай, вот, задавили этого. Так, пошли у нас вот эти амбалы. Черт, вот же они прыгуны. Так, этих мы тоже подбили, отлично пока, ребята. Ну как же так, ну быстро очень добираются они до моих ворот. Хотел, блин, катапульту, но не успеваю, ребят, слишком их тут много. Так, давайте сейчас катапультой. Вот так вот. И еще. Давай, 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 давай. Отлично. Подбили. Так, этого толкнули. Все, остался один большой. Его тоже мы подбили. И остались вот эти вот небольшие группочки. Все, ребят, мы справились. У меня даже свистун успел забрать монетку. Но у нас... Тихо, куда летишь? Дракончик захотел от меня улететь. У нас, ребята, половина хп осталась от ворот. Мы получаем с вами бонусы в виде тройной стрелы. Нам надо также как-то умудриться как можно быстрее разбить защиту. Давайте вот так попробуем. Вот,
Уже что-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тройные стрелы сейчас закончатся. Ну, давай-давай, ребята, не подведите. Да что ж такое-то? Все, ребята. Я надеюсь, мы прошли. Или что-то еще будет. Нет, все-таки мы прошли. Поздравляю нас, ребят, с победой. Мы с вами зарабатываем деньжат немного. У нас 3000. Так, и что мы можем приобрести? Так, камень подносить, да? Ну, мне нужен, знаете что, вот этот вот. Наверное, все-таки до лучника нам далеко. А вот до дальности стрельбы совсем немного. Так что давайте попробуем еще разочек пройти. Елки-палки, вот здесь вот плохо, конечно, камнями бросать, потому что спуск идет в нашу сторону. И причем, как вы видите, там защита стоит, где они сейчас будут подкапливать свои ряды армейские. Оу, еще и защита. Ой, вот здесь вот, ребята, очень плохо. Все очень плохо, я не знаю, сможем ли мы здесь пройти. Ну, по крайней мере, постараемся. Так, отлично, одного подбили. Оу, как они тут в прыжке-то прям. Да хорош, ребят, давайте вот так вот сделаем. Так, мне пришлось потратить свой бонус. Вы сами прекрасно видите, почему. Так, вроде бы пока справляемся. Но их там очень много накопилось. И смотрите, сейчас пойдут амбалы. Вот они уже бегут. Их очень много. Не знаю, получится справиться или нет. Все, мы расправились. Так, бегун. Его мы подбили. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай, 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 отлично. Да сколько же вас здесь, а? Ну, в самом-то деле. Блин, я не успеваю, ребята, посмотреть даже, что там у нас происходит на начале карты. Потому что все внимание мое сосредоточено именно вот на этих викингах. Фу, вроде бы как отбились от первой волны. Блин, катапульта, как же ты недалеко у меня все-таки стреляешь, а? Надо будет тебя как-то тоже усилить. Так, дракончик, иди сюда. Полетел он уже, а? Так, свистун, давай, твой выход. Вот у нас и вторая партия. Ух ты, это что такое? Какая-то огненная стрела, ребят. Да, надо будет ее, кстати... Опа, неплохо. Очень даже неплохо жгет. Черт, пробиваются, пробиваются, ребята, ждем их. Все, кончились стрелы, к сожалению, мои. Ну, как же вы долго перезарядки? Жалко, здесь нет скорости перезарядки. Не дадим им пробить. Отлично. Хоть бы это было все, а? Да, ребята, все, ну и натерпелся я. И у нас с вами 4000. Вот это уже что-то. Мы сейчас с вами сможем... Что купить? Да, хотя мы можем с вами купить катапульту. Дальность стрельбы. Но все-таки я хочу дальность лука. Поэтому, наверное, ничего мы с вами не будем здесь покупать в данный момент. Еще, наверное, один бой сыграем, да? Так, бустеров у меня нету. Жаль, конечно. Покупать, естественно, тоже мы не будем, потому что будем экономить деньги. И тут у нас опять под покровом ночи викинги будут на нас сейчас нападать. Ну, а мы, естественно, отбиваться. Так, ну где вы там появляетесь? Ёлки-палки, это листочек, я уже думал, это враг. А это всего лишь листик летит. А слушайте, а что здесь, интересно, и зима будет? Ух ты, смотрите, у меня какой-то вместо камня шипованный шар. Надо будет его попробовать. Ну-ка, давай. Оп! Ёлки ты палки, вы посмотрите, сколько их там прет. Опа, на одну сбили, молодцы. Перевернули. Слушайте, довольно неплохой вот этот вот шип. Мне очень он нравится. Так, отбиваем, добиваем. Опять они идут там со своей защитой, а? Прям по голове получил. Интересно, а можно как-то это улучшать, вот эти вот шипы, камни, чтобы они наносили побольше урона? Стрелы те же самые мои. Так. Куда там с топориком бежишь? На-ка, раздавило? Нет, не раздавило. Но зато перевернули мы преграду. Ух ты, а вот сейчас было хорошо. Просто целую армию раздавили мы
шипованным камнем. Вот так вот, отлично. Вот это уже другой разговор. Ну, как-то облегчает нам с вами ситуацию. Все, отбились. Надеюсь, больше никого не будет. И мы проходим, ребят, проходим. Фух, как говорится, пошла фортуна. И все, ребята, мы покупаем с вами дальность стрельбы из лука. Я думаю, что оно нам пригодится в дальнейшем. 4700, да? Конечно, я не спорю, очень много стоит денег. А что у нас здесь? Фейерверки, огненные стрелы, взрывные стрелы даже есть какие-то. Ну, это потом. Ага. Так, и 255 золотых у меня остается. Естественно, мы ничего с вами не сможем приобрести. Поэтому давайте продолжать игру. Да, это все потом. Не надо мне сейчас отвлекать. Так, у нас опять здесь ночь. Довольно тихо все. Я пока никого не вижу. Оу, тихо. Ребята, вы видели сейчас только что? Они, оказывается, маскируются в деревьях. Вот это сложно. Оу. Так, пока вроде неплохо. Блин, подбирается. Все, сбили. Да куда ты идешь, сельдерей? Оу, ребят, слишком близко уже подобрались они. Давай, 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 давай. Ага, все, пока хорошо. Да сколько их, смотрите, здесь целая армия. Да у меня просто элементарно не справятся ни лучники, ни никто. Эй! Все, ребята, мы проиграли, к сожалению. Да, ну я никак не ожидал, что будет настолько сложно. Как же их так быстро накопилось-то? Неужели они там сидят в этих кустах? Все их не армия. Ну-ка, давайте-ка попробуем вот так вот. Ать, сбил, хорошо. Надо бросать камни просто уже наугад. Вдруг, как говорится, авось кого-нибудь подобьем. Даже чисто случайно. Так, куда ты бежишь? Да сколько вас тут там набежало-то уже, а? Так, блин, перепрыгивает. Так, какой-то цветочек у нас вышел. Ай-яй-яй-яй, не успеваю, ребята, не успеваю. И тут, и сю, и везде. И везде надо... Ай! Опять, по-моему, проиграли, ребята. Ай, смотрите, не успею я справиться. Уж больно легко не разбирают мои ворота. Еще один подобрался здесь. Да их без конца тут, они бесконечные. Ребята, они не кончаются. Какой-то дуб тут идет ко мне, уже деревья начали идти. Так. О, все, ребята, по ходу дела сейчас они пробьют. Они уже пробили. И опять украли у меня принцессу. Что ж ты будешь делать-то, а? Так, ну давайте еще разок. Я представляю, в дальнейших миссиях вот так же буду скрываться, только уже с катапультами и с защитами, что просто вообще не пройти. Ну, отлично, сбили там одного. О, пошло дело. Пока подбиваем их. Куда ж ты перепрыгнул-то, а? Давай, 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 отлично. Стреляем без остановки. Викинги хотят похитить нашу принцессу. Мы ее должны защищать. Блин, мне бы, ребята, знать, что еще бы одного лучника бы. Вот это было бы вообще хорошо, да? Ах ты, черт подери. Смотрите, уже все. Пробрались они к моему замку. Бьют ворота. Я не успеваю, ребят, просто не успеваю элементарно. И стрелять, и отбиваться. Была бы какая-нибудь помощь, знаете, минутная. Нажимаешь на нее, и хотя бы или лучники сами стреляли бы, или катапульты. Мне элементарно не успеть за этими всеми действиями. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, сейчас пробьют, ребята. Осталось совсем немножко и... Ну! Ай! Я вот чувствовал, что это были последние бойцы, которые шли. Их надо было подбить, и мы бы прошли этот уровень. Но, опять же, ничего не получается у меня. Так, у нас 2500. Давайте, наверное, с вами возьмем... Давайте тройные стрелы. Ну, не знаю, будет ли у нас от них толк. Но, тем не менее, надо пытаться как-то пройти.
Давайте пробовать еще раз. Так, стреляем, как говорится, наугад пока. Все равно нам никого не видно. Одного сбили, хорошо. Стрелы мы пока придержим на тот случай, когда их будет здесь уже очень много. Так, отлично, пока все хорошо, ребята. Держим защиту, близко их к себе не подпускаем, кроме вот этих вот, которые... Ай-яй-яй-яй-яй. Как же так? Ну, все, накопилось. Накопилось их здесь куча. Давайте ставить тройные стрелы, ребят, и отбиваться. Да что ж такое, даже от них никакого толка нет, ребят, ну... Пи! Все, они уже бомбят мои ворота. И мы в очередной раз с вами проигрываем. Представляете, даже стрелы не помогли. Как же тогда вообще этот уровень пройти мне, а? Так, очередная моя попытка, я не знаю, ребят. Ну, как видите, просто не везет. Очень сложно. Они здесь в этих кустах, когда сидят, их нельзя сбить. Только когда они двигаются. Поэтому вот так вот. И я как понял, здесь все эти кусты, это в каждом кусту враг сидит. Их здесь очень много. Давай-ка вот этого. Он не хочет выходить, видите, когда я только готовлюсь его подбить. Они нифига, как я только начинаю переключаться на дальнюю куда-то, сразу начинают выходить. Ну, ой, все по ходу дела, ребята, опять мы здесь с вами проиграли, блин. Ох, какая у вас тут армия. Да. Очень, я вам скажу, ребята, очень сложно. Я просто не знаю, смогу ли я вообще пройти. Нет, конечно, мы сможем с вами отойти, например, на предыдущий уровень. Пройти его, например, с тремя звездами. Заработать денег прилично. Пооткрывать тут всякие бустеры, слоты для них. И тогда, конечно, пройти. Я больше уверен, что в этой ситуации огненные стрелы бы очень сильно помогли бы. Потому что кусты стопудово загорались бы. И так как они там прячутся, их бы это не спасало. Ну, не знаю, не знаю. Давайте пытаться. Очень-очень сложно контролировать катапульту и стрелять одновременно. Я бы, конечно, если бы они чисто издалека бежали бы, я бы стрелял бы вдаль. Но эти кусты-то рядом находятся. Ай! Черт, подери, опять они эту баррикаду делают. Баррикаду это я, конечно, разбил, ребят, но они мне разбивают ворота. Ну, я даже не знаю, я уже, честно говоря, расстроился. Что-то у меня вообще не задается игра. А так все хорошо начиналось. Давайте пробовать еще раз. Не получится тогда. Я даже не знаю, что и делать. Так. Сбили, сбили. Куда ты прыгаешь там, а? Вот, главное, чтобы из кустов их выбить. Так-то они... Ничего особенного не представляют. Тихо, 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 тихо. Последний куст. Какой там последний куст? Там еще этих кустов, блин. Ай-яй-яй-яй, тихо. Вот они, вот она вся эта армада. Блин, держим, ребята, держим оборону. Я уже изо всех рук сбиваюсь. Нет, походу дело не получится, ребята, у нас здесь ничего. Очень мало хп, тут еще бревно это. О, сбили мы наконец это дерево. Попрыгун бежит. Ой, сколько их. Вот это последний, ребят, я больше уверен, что это последний. Давайте изо всех сил поднапрягемся, ну. Так, отлично. И еще там один какой-то бежит. Есть. Все, ребята, по-моему, это был последний. Согласитесь, была очень тяжелая миссия. Но все-таки мы с вами ее прошли. Ну, неужели? Ух, так, ладно. Мы зарабатываем с вами немного денег. И давайте посмотрим, что у нас за следующая миссия будет. Наверное, еще сложнее. Так, ну здесь немножко попроще. Все-таки уклон. Ай, дракончик, отлично, подбили. Так, свистун, беги. Дракончик выронил сюрприз. Почему попроще, ребят? Потому что здесь, видите, уклон. И они как раз идут
и на них будут камни катиться. Это хорошо для нас. Для них это очень плохо. Да что такое-то? Да что же за непробиваемая такая у них это? Смотрите, ничего не получается у меня. Вот, вот так вот хотя бы. Раз, как говорится, не могу ее пробить. Будем тогда вот так расстреливать. Ой, совсем близко. Блин, это мешается вот эта бронька, которая, как сказать, щит ихний. Очень сильно мне мешает. Нате, получите. Довольно неплохо. Но все равно одна за одной идет у них, а, ребят, одна за одной. Так, ну пока вроде бы неплохо отделились мы. Есть еще небольшой шанс, надо ее разбить, чтобы она не мешалась. Там еще и прет одна, а, вдалеке, смотрите, блин. Так, где отсюда? Давайте тогда вот ту дальнюю сносить. А то сейчас понабегут. О, там уже целая армия бежит. Ёлки ты палки. Свистун, мне сейчас не до тебя, пожалуйста, успокойся. Не нервируй меня. Ах, дай мне справиться с этой армией. Армии жестоких викингов, которые не жалеют ничего. Нет у них ничего святого. Бомбят, бомбят. Ай, и сейчас еще удар, ребята. Все, они пробьют мне сейчас. Ворота пробили, гаденыши, а. Да. Так, 3945. Что мы нам, ребята, прикупить? А что если мы возьмем с вами взрывные, а? Фейерверки. За 2800. Вот эти вот. Попробуем. Что они вообще из себя представляют? Так. И, как я понимаю, они должны взрываться. Но сколько их штук, я не знаю. Так, дракон, отлично. Успели мы его подбить. Давай, беги. Забирай подарочек. Что-то я их пока не вижу. Не идут они, а? Вот, появились. Как только их тут накопится... Прилично, будем, ребята, с вами бомбить взрывными ракетами. Стрелами, точнее. Пока и так неплохо справляемся. Так. Все вроде бы неплохо идет. Вот это. Оу, побежали все, ломанулись. Давайте взрывать. Ух ты, довольно неплохо. Только быстро очень они заканчиваются у нас. Ну что же, мы отбили с вами первую волну. Давай, беги, свистун. Подарочек для тебя упал. Так, надо вот этих вот отбивать. Ай, не успел, он не успел забрать. Обидно. Еще одна волна, елки-палки. Ну, я надеюсь, что это последняя. Так, он там один, да, идет? Да, один. Тащит эту защиту. Будем камнями пробивать. Нет, ребята, вон. Еще подошла армия у него. Ах ты, елки-палки. Да что ты меня отвлекаешь там? Ну вот, вот, вот они подходят. Ребята, давайте, давайте, давайте пробиваем. Все-таки отпружинивают камни от этой защиты. И вот она и армия. Ну неужели я тут проиграю, а? Так. Ну, это последний, я больше не верю. Нафиг. Прошли, по-моему, ребят. Ну-ка, проверим. Да, точно, прошли. Все-таки мы молодцы. Я боюсь даже представить, что будет у нас за следующий уровень. Ой, ну хоть утро, светло. Это уже радует. Бежит партизан. Ну, куда-то разогнался, а перепрыгивает. Значит, вы у нас супер прыгуны. Да? Так. Слушайте, ну если тут будут одни бегуны, то... Нет, бежит у нас довольно сердитый викинг в красном одеянии. Так, этих подбиваем всех. Ну это самые легкие, им по одному выстрелу и все, и они готовы. А вот эти вот уже посерьезнее, ребята. Со стрелой в голове бежит, пофиг ему на все. Свистун, не нервируй меня сейчас в данный момент. Во-первых, ты туда не добежишь, тебя спугнут. Так что нет смысла тебя туда вызывать.
Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Все ближе и ближе, гады. Ну, там еще волна, ё-моё. Да как же вы, а? Успокойтесь. Успокойтесь, ребята. Так. Есть. Отбились, кажись, ребят. Так, дальше давайте вот этого вот расстреляем. Все, нет. Хотелось бы, конечно, чтобы все было. Да уж, конечно. Все. Пошла очередная тусовка. Ну, этих мы сбили, хорошо, довольно. Так, ребят, мы прошли уровень, потому что монетка засчиталась уже, даже если он ее и не донес. Так, 2630, этого, конечно же, мало, и мы с вами переходим на следующий уровень. Ух ты! Кактус! Солдат, ты зачем взял мой кактус? Что-то тут непонятно. Ты Гарри? Нет, мое имя Спайк. Ага, подкрадываются. Что-то в 12 часов. В общем, он должен быть готов защищать ворота. Ты понял меня, Спайк? Ух ты! Ну вот это, ребята, уже другой разговор. Неужели вы мне дадите кактусами теперь стреляться? Это намного облегчит мне прохождение игры. Да что ж такое, это было показательно, что ли? Да, ребят, опять камни обычно. А нет, кактус идет. Сейчас я этот кактусик-то применю. Нате, ловите. Довольно. Ай, дракончик. А, нет, не улетел, не успел. Слушайте, мне понравился кактус. Довольно хорошая штука. Ну что, он только один был опять. Так, давайте валунами. А, нет, смотрите, тащат. Они по очереди, то камень, то кактус. Ах ты, гад, перепрыгнул. Блин, идет защита, елки-палки. Они под прикрытием, так скажем, в данный момент. Да где же кактус-то, елки-палки? Ага, вот он. Ну? Блин, они его сбивают. Хорош тут возле моих ворот тереться. Ну и, соответственно, кактус очень быстро исчезает, как вы видите. Ты черт подери. Бегун, давай быстрее, хватай монету. Успеешь, нет? Должен успеть. Я тебя прикрою. Все, малорик. Затащил он монеточку. Так, этих мы сбили. Жирный идет, готов. Так, и еще там вдалеке один. Последний, надеюсь, нет? Так, кактус, давай его бомби. Нет, кактус вообще ничего не делает. Раздавили его ним же щитом. И, по-моему, это все, да? Да, ребята, мы прошли очередную с вами миссию. Заработали немного денег с вами. Да-да-да, это все потом. Что-то она нам новенькое открыла. Это принцесса. Ранг у нас 5-й. Ох ты. Вау, вот, ребята, оказывается, у нас, смотрите, и свинья здесь есть, и камень шипастый, и кактус, и тут еще много что можно будет открыть и, соответственно, улучшить это. Но это все нас ждет впереди, все будет в будущем. Ну что ж, тогда на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся в следующей серии. А на этом все, всем пока и до скорых встреч, до новых видосиков.